Добу без води. З 6 до 7 травня комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи. У цей час водопостачання не буде в Приморському та Центральному районах. Тому маріупольців закликають заздалегідь запастися необхідною кількістю рідини. Нам нужно на сутки остановить подачу воды для того, чтобы выполнить замену больших задвижек. Это порядка 5 объектов будет выполнено. Сейчас водоканал полностью готов, подготовлены задвижки, бригады. И 6 числа с 6 часов утра начнутся эти работы с тем, чтобы к 7 числу, к утру, выдать жителям воду. Это Куприна, Шевченко малая. Это бульвар Шевченко, строителей, бульвар Малая Шевченко, строителей, 3, и Мира, строителей, 4. И 5, это будут 4 бригады водоканальские будут работать, и 5 бригада, это будут подрядчики с переключением, это площадь Свободы.